Настоящий, не пластилиновый дождь – вовсе не помеха для актеров и их благодарных зрителей. Смех, дружеская атмосфера, аплодисменты. Струковский сад на два дня захватил уличное искусство. Здесь прошел фестиваль «Пластилиновый дождь», на который собрались сотни самарцев. Организаторы говорят, они постарались сохранить в празднике все его особенности, за которые его полюбили горожане. Ну, уникальный, наверное, прежде всего тем, что он осенний, это впервые в нашей практике. А сейчас в связи с погодными условиями приходится некоторые изменения вносить в фестиваль, но, тем не менее, формат и программу мы стараемся сохранить. На фестиваль по традиции приехали театральные и цирковые коллективы из России и зарубежья. Гости говорят, самарская публика, как всегда, приняла их радушно. Сейчас мы погуляли по городу. Наверное, люди нам нравятся. Они очень отзывчивые, они здорово смотрят и во всем участвуют. Показали свои постановки и самарские коллективы. Театр «Пластилиновый дождь» исполнил перформанс-шествие «Между завтра и вчера». Актеры вместе со зрителями обошли аллеи Струковского парка, периодически делая остановки, во время которых разворачивалось действие. Фестиваль получается такой, несущий добро и веселье почему-то всегда. Даже бывает, когда какие-то серьезные театральные постановки показываются, все равно они как бы так вот в общем слое не наводят грусть, уныние и тоску. На фестиваль приехали и музыканты с разных концов света. Играли в самых разных стилях – от рока до джаза и регги. На одной из площадок, например, выступил любимец самарской публики Алексей Психический. На открытой летней эстраде отыграла джаз-трио «Вейн» из Швейцарии. Это известный европейский коллектив, который много раз записывался и выступал с разными именитыми звездами этого жанра. Нам нравится дружеская атмосфера на этом фестивале и в целом в городе. Нам приятно быть частью такого мероприятия. И самое главное, что вот вышла та самая классная комбинация, когда есть и, ну, скажем так, именитые в городе, какие-то молодые и какие-то новые приезжие. Я бы это отнесла к душе, это вот от нашей самарской души. Это вот здесь настолько просто атмосфера действительно царит такая для детей, для взрослых. Все раскрываются, улыбаются, дурачатся, фотографируются. Это очень классная вещь. Без него вообще нам нельзя. Он должен быть чаще. Никита Борисов, Семен Безгинов, Максим Гусев. События.